Всем привет, дорогие друзья и подписчики наших каналов. С вами Килка 806. Дескейзи. Саунс 2D. И Скорпион Дэвил. Dark Brother Studio. Borderlands 2. По Borderlands 2. Это вполне замечательная игра. Это наша вторая серия по данной игре, кстати. Ну что, друзья, мы успели включить рубильник, как я понимаю, и нам надо спускаться уже вниз. Для продолжения нашего кастов. Или нет, или что-то. Нет. Она надо к этому серверу подойти. Вот. Да, все, надо дать квест. Да, все, мы красавцы. Все. Best Minion Ever. Теперь у нас снова квест, Best Minion Ever. А подожди, то есть здесь Travel. Все квесты у нас общие, да? Да. А, ну ладно, тогда... Так, давай, о, щит. Нам вниз надо включить сначала рубильник. Нет, стоп. За мной, ребят. Так, сюда. Давайте сюда. А, все, уже открыто. Не. Куда пошли? Да куда? Вот, нам сюда надо. Не видишь? Нам вниз надо. По мапе посмотри. Нам вниз надо. Ну, кто куда? Я тебе говорю, что нам вниз надо. Я бы здоровый. Тут два места, куда идти. Снайпер, ты вообще должен был его стрелять и его выносить с моей снайпера. Да, ты ведь весь. Значит, это лаги с какого-то говнюка. Он меня считали шиду. У меня полный фит. Тут музыка прикольная в этой игре. Там трек хороший. Так, да, кстати, скоро... Проседает. Я тебе говорю, что не то. Скоро выходит серия моего прохождения по Devil May Cry, по новой части. Ты можешь для этого использовать твой подкаст, а не наш летсплей. Ну ладно, не упендривайся. Все равно. Это будет эпик. Я уже попробовал сегодня спустить, как замечательно. Я с воздуха делал. Ног, кора. Очень замечательно, да. Конечно, замечательно, да не нахуй, это вообще крутая. Не надо, не изучай тебя зайдем. Скорпион Дэвил, ты мог мои флаги воруешь. Так, это... Так, вроде все. Я бы на вашем месте поднимался бы наверх. Все так, без слов. Молчаливый, ребята. Грэп. Так, и у него, походу, опять квиз. Я уже один взял. А что это за кнопочка? Ты же можешь выбрать какой-то из этих квестов. Или давайте Bad Hair Day, потому что нам дадут оружие. А мы их оба сдали, походу. А тут там... левел 5. А, да, вот, все. Все, пойдемте, нам надо use the elevator, because the balloon hair. Подожди, да. Нам надо убить вот этих чувачков. Каких чувачков? Санёк, это где? Я сюда пошел. Нам надо вот этих собачек полевых, скажем, назовем их так. Их поубивать. Поливаем. А, мы мацы. Нам налево-то наверх сначала пойдем. Там самая такая, самая удобная позиция. Надо после них шерсть забрать и все. Мы мацы забыли. Ну ладно, я бегу. Догонит нас. Левел ап. Я один левел ап сделал. Только да. У меня почти. У меня тоже почти левел ап. Дин! Да вот. Теперь... А как видеть, где? Здесь. А, вон вижу, мне тоже немножко совсем надо. Максон один, а я килька не левел ап. Все, я тоже левел ап. Макс один без левел апа. Я быстро исправляюсь. Да блин, да зачем мой фраг стызил? Это был не я, Митя, ты не понимаешь. Не я был, меня подставили. Да. Дэйл, левел ап. Сейчас
наверное, я ору на Макса, то что он украл мой фраг, я его саньки украл у него 2. Так, пушечка. Револьвер. Кому нужен револьвер? Ну давай револьвер. Хотя у меня есть. О! Ой. Что-то я тупанул пары. Что я за есть? Очень неплохая вещь. У тебя есть Слушай, можешь мне отдать снайперскую винтовку? Нет, снайперка моя, потому что я плюнул снайпера, я могу тебе дать автомат. Блин, мне снайперская винтовка нужна. Я в этой игре очень. Ладно, тогда следующая снайперка, которую мы найдем, моя. А я спел автомат. Видите автомат? Вот у меня автомат в руках, калаш. Народ, а чё никто не выбивает здесь это? Сетку, да я забыл помимо. А что выбить? Как ты броню сломали? Да надо было сломать сетку, как я помню. Хватит. Что хватит? Я думал, выставляю без причины. Да, просто так, патрон трачу, когда скучно. Ну, так делаю Макс, я думаю, это уже не тоже. Да блин, почему я танк? Если вы должны, если не бьёте, должен быть танком. Я тебе сказал, ты мог бы его связать. Наш танк вообще отдыхает со сторонки. Как ни странно, он что-то смотрю, поседает. Да что тоже до 40? Ой, ни хера себе. Он мощный был. Тебе надо добить его. Помог еще подожди. Кстати, ребята, они 6 левел, если что. Не знаю. Ну, блин, надо было к этому добить его, к Девилу. Добейте Девила? А, Макса сняли. Надо было добить Девила, да, так я сказал же, отдать ему. Так, тут есть это, тут есть аптечка, Девил. Так, я тоже принял. Пикап будет Монки. Вот. Это было для... Плевать. Никто я буду пытаемый парень, я буду... Никто ничего не видел, да? Да, это было мега беспалевно. Чё, тут ничего нету. Без аптечек, короче, я буду... Надо это, шерсть принять, забрать. Да, на её тут нет. Парады командира. Сейчас, подожди. Квест. Может их зарубить надо было? Мне тоже так кажется. Это плохо, когда я квест на английском. Так, с Bad the Head. На самом... У тебя знак вопроса на голове. Да. Ладно. Во что гамаешь? Да, все-таки надо было скорее их ножом. Чувак, ладно, там есть другие посмотреть. Точки, так что пошли. У меня есть предложение пойти туда? Ну ладно. Нам, по-моему, туда и надо. А тут вроде бы машины были, да? Машины, да, есть, но они будут дальше. То есть надо вот буквально сейчас завалить первого босса, и будут машины. Кстати, у меня, ребят, к вам один такой вопрос. А кто-нибудь ведет счет времени, то есть, когда мы снимаем? Нет, да нет. У вас это валит со спины парни. Не знаю, меня ничего не попадает. Да вон там чувак шмаляет по вам, снайпер там. Нет. Сейчас я завалю. Все, минус. Бум, хедшот. Да там мощный. Ну как ты сумел, Дэвил? Чё? Не, я ты просто... все домой хотел слил. О, я out of ammo. Патроны закончились? Да, пофиг. Прошись с меня! Нормально, чё, весело. Тварь. Звони. Да, меня вывели из строя. Вот это зря. О. Ну это будет сейчас полный интерес. Не будет. Будет. Я про вот эти. А, ты его зарубил. Я нажимаю на кнопку, да? Какую кнопку? Тут есть рычаг. Here guns here. А, leave guns here. Ну нажми. Они работают. А, типа, прикольно. Да, клёво. Нам опять назад надо идти. А почему у нас мы не подбираем Биллу Монгхар? Потому что надо... Билл Монг это вот эти вот собачки, так называемые. Да, надо их убить ножичком. Это, загляни в сортир, там щит может быть. Сортир? Да? Я просто красавчик. Там вообще что-то уже. Знаешь, что мне послышалось? Загляните, сортир, там может быть щит. Я сказал... Нет, ну не в том смысле, я подумал. Я понял то, что говно, да. Смотрите, как всегда. Блин, посадите кто-нибудь. Ребят, посадите. Посади.
Так. Да не вагоне же, блин, говорю, подсадь. Ладно, коротышка. Самый такой. Да. Спасибо, что снова. Там большой. Там надо просто наверх мне забраться. Секундочку. А вот все наш способ. Ну, что за гамма? А вот. Блин. Мне нужна помощь, парни. Хватит еще по моей голове. Оу. Уже не нужна. Я на самый верх. Так, с денежки. Мне не надо сам верх, тут есть другая вещь. Ой. Вот, вот там где килька, там, короче, посмотри, килька за тебя, зеленый бочонка, смотри, что там. Я уже, вот этот, ты правильно? Да, да. Я уже смотрел. Что там? Патроны на меня. Погнали. Да, по-моему, там опять делал. Пойдемте в этот. А я на кол прыгнул. Может, там сюда? Сам шлагбей? Да, я не думаю, что нам туда. Пойдемте тогда дальше. Пойдемте тогда флинты валить. Пофиг. Собачек потом подберем. Это не самое, это не основное. Флинт не там. Флинт, куда я сейчас? Скези, вот так, отлично. Ты же там. Вот тут рычаг заработал. Я за вас прослушал и посмотрел, что он сказал. Я тебя поздравляю. Я услышал, только увидел только слово элеватор и то, что follow home, ну типа home. Лось. Лось! Или не заработал. Кто снайпер, детка? Кто снайпер? Ну уж явно не ты, поскольку они стреляют. По потому что криты как бы вешу я им, да? Чего? Я Якс, Якс, одного патрона. Блин. Все, это другой. Скези, спасибо. Кира. Что-то Макс так сразу убивает. У меня фаер смотрел. Подожди себе. Стоп, стоп. Оп. О, ну я что же буду. Давайте друг другу смотрите. И как я спасаю. Кстати, я думаю. Слушай, Макс, а не помнишь, что на 4. Ой, Ром, не помнишь, на 4 левел ты нормально идти на этого, на босса? На босса ты не можешь пойти, пока ты квест нужно не получишь. На маленькую, на помнишь этот фаер, куда мы сейчас идем, туда по прямой? Там вот босс. А, того? Да, да, да. Так, подожди, Скизи, подожди. Не, тебе по-любому скизи, надо скизи, немного скизи, еще покачаться. У меня полполоски есть. Ну ладно, сейчас будет хардкор здесь небольшой. Икс, зажми Скизи. Парни, зачем? Давайте по шурику. Надо. Ну, зажал. Подожди. Я просто всякой херни насобирал. И зачем мне это? Ну, ты у нас... Женщина, тебе-то надо. Да, в сумочку, что было. Подожди, сейчас посмотрю. Сейчас такое кажется, то, что я ему отдал сам. Красавца. Скорпион вообще как всегда. А я вообще где вы? Я потерялся. Ты около меня. О, у меня есть пушка новая. А, у всех них одних патронов. Дел, прикрой. Да, нашел кого. Ладно, будет прикрой с тобой. Просто одни криты, одни криты. Я просто... Я встал наверх. Ребята, вы где там ходите вообще? Я не понимаю. Ау. Я только что прибежал. Килька только что сдох. Ау. Поднимай. Ау. Ты мне говоришь поднимать его? Что-то бахнули рядом там. Вот там два. Оружие, оружие. Ладно, пусть девушку спасает. Пистолеты кому-нибудь нужны? Нет. Точно? А вот тут есть огненный. О, я мне огненный. Парни, только пригласите меня, я вам там огненный отвечаю. А там ты там сверху оказался. Где Саня? Ладно, сейчас, подожди, сын. Не убивай, не убивай! Да ты... Килька... Чувак, ты увидишь видео, ты начал кричать, когда я его уже убил. Я тебя смотрю, как он кричал. Я видел, да. Спасибо. Да, короче, возьму пистолет, и что потом вам скину. О. На определенную плату. Какое это оружие? Воу, 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 воу. Смотрите, где я. Вау. Братиш, слышь, ты спускайся оттуда,
Да я не могу. Так, а Валера. Штука Валера поможет. Блин, а 30 хп, парни. Да мне. Есть у кого-нибудь это? Вот так, у меня патрон нету. Кого? А вот теперь есть. У кого-нибудь есть хилька? Ну а как ее давать? Блин, а тоже хильки нету, ну ладно. Подожди, а как давать, если она есть? Никак. В том-то и дело. Думал так. Попал с подвохом. Ещё пошли? Да, а как она открывает? Я не помню, как-то надо было открывать. Я открою тебе технику, мой сын. Надо подойти и сказать «Сезам, откройся!» Абракадабра! Абракадабра! Нет, не значит, надо, значит, ещё что-то делать. Аллахамора! Аллахакбар! Все двери перед тобой откроются. Ладно, пошлите, там еще одна точка, плагин фьюз. Так, ну подожди, ну нельзя с одной точки на другую точку прыгать. О, что это тут такое? Мне тоже интересно, но я не пошел туда. Как туда попасть? Как? Подсадкой, наверное. Погнали-то наверх, надо в сейф-хаус или что? А, вот, кстати, слышите? Смотри, прикол. А, это эхо рекордов. Я не хочу эхо рекордов. Интересная вещь. Что это? Ну, это типа доп квеста. Конь, есть 5 баксов? Да, да, есть. Спали. Походу кто-то палит, а нет. Это те козлы, которые можешь выбрать. А, вон я палю. Еще есть такая интересная тема, сейчас. Блин, вкусно. Подожди, давай сюда. Опа. Давайте с квестом разберемся, что вообще. Красавчик. Ауа! Это Килька, что любил? Меня на меня они теперь атакуют из-за тебя. За меня? А я да, что сделал? Я его убил, и они так, а ты же убил, не я же убил. Ко мне какие претензии? Так. Yes, это меня. О! Я что-то сделал. Что ты делал? Я себе лифт спустил. Там было написано, типа, что я поехал на лифте. Куда? Наверх. Меня подожди, меня, спусти мне лифт. Спусти мне лифт. А, вот спустил. Подожди, Санёк, меня тоже. Нет, я буду рядом, я один поеду. А вы пешком. Нет, не успейте. О, ящик. Эй, вот урод, мочи его. Вам спустить? О, тут радио есть. Успели? Блин, коротышка. Килька, что ты не успел, ну? Так, схилы. Все это не нужно. Ну и как он едет наверх? Прощай, шилд. Купить шилд надо. Да. Надо. Сейчас я кого-то убью! Опыта хилки есть. А ты купить так, как вам щит? У меня просто щитов этих уже как не знаю чего. 90. О! 123 щит. Никому не нужен? Да нет. Как хотите. Чего я купил, я не знаю. Мне главное, чтобы он быстрее перезаряжался. Не, мне кажется, он был побольше. Я потратил все деньги на какую-то херню. Не удивлю. Пойдемте к этому зададимся сейчас и поехали уже основной класс. Я нашел целый $1. Детка. Жалко, деньги общие. Ну можно какой-то. Там деньги не общие. Деньги общие. Они делятся на всех, но тратятся по-разному. А, ну ладно тогда. Это... Кому нужны лифты? Блин, спрыгнуть не могу. Лифт для слабаков. Все, какой-то пистолетик нашел. Вау. А, кстати, пистолет. Смотри, у меня плазма-пистолет какой-то. Это, кому нужен взрывающий пистолет? Мне револьвер, мне его хватает. Че, точно никому не нужен? Ну, давай мне есть. Килько. Смотри. Я бегу тебе только за... Я принял еще один какой-то квест. Килька, тебе нужен точно? Давай. Иди сюда. Килька, да. Зажал X. Так, мы сделаем с тобой честный обмен.
Нафига мне нужен-то? Подожди. А, что-то не могу положить, кстати, ничего. Рич, Блэкберн, Кейв. Смотри, он нормально там 33 урон. А, нет, забей. Вот, еще есть 37. Ну да, остальное говно. Ты только какой, не надо... Какой тебе дать? Подожди, как мне сбавиться? Подожди, опыт дам. Подожди, нажми трейд. Ну надо, чё, подожди, отойди пока. Ну давай, килька, ну... На секунду. Я случайно деньги запросил. Давай. И еще один тина. В каком дизне, конечно, потом выберешь? Нормально. Подожди. Я сам просто пистолетом редко пользуюсь. Только если револьвером. Так, хилька, скейзи, то хилька есть. Все. Я уже. Нам куда? Нам туда. Вау, этот пистолет вообще с приблизительным. Прицелом. Да. Я взял какое-то оружие. Я долго думал, как это сделать, но это сделал. Наконец-то у меня есть какое-то крутое оружие. 5 минут потратить свою жизнь, чтобы понять, как взять оружие в руки. Только с таким злобогом, как Макс. Сейчас, короче, 5-й левел апнем и пойдем. Кстати, у меня тоже стреляет бомбами. Я нашел вообще-то оружие, как помню. Собачек нет. Они на это. Эти собаки были одноразовые. Одноразовые собаки. Слушай, как этот жердяй может бежать быстрее, чем я? Он маленький. Я уникальный. У него просто член маленький. Так, давайте мы серию запекать. Закончим здесь, а уже вроде бы где-то 20 минут идет. Че, реально? Ну, у меня уже... Может, знаешь, тогда не будем эту серию публиковать, потому что смысла у нее, не смысла вообще никакого нет. Но я буду все заливать, детка. Ну ладно, окей, так и быть. Мы заканчиваем? Вот это шок вы увидите в следующей серии. Это мега была серия, это была супер серия. А вот все красавцы, все молодцы, вот все пять баллов. А вот это интро. Вот это вот интро к следующей серии. Давайте. Это название серии, а член у меня большой, замечательно. Да, вот так все назвать. Это надо запикивать все-таки, пацаны. Это не смешно. Все, ладно, давайте, с вами Сайрус. Что ты бьешь тупо? Смотри, что ты... Да, давай, подпасывай меня. Да, всем спасибо за просмотр, с вами были... Килка 86. The Skazy. Саунд Зваде. И ДБ. Всем пока. Почему под землей? Всем пока.